Японская Suzuki празднует юбилей компактного кроссовера SX4. В марте 2021 года модели исполняется 15 лет. Ведь первое поколение показали публике еще в 2006 году. Над созданием внешности работал знаменитый дизайнер Джорджетто Джуджаро, а также специалисты бюро Ital Design. Возможно, именно благодаря удачному образу, созданному итальянским маэстро, публика сразу же тепло приняла новичка. Помимо основной версии, в формате хэтчбека, публике вдобавок предложили автомобиль и в кузове седан. Главной особенностью этого трехобъемника оказался поистине безразмерный багажник, объемом 515 литров. В России этот седан продавался 4 года, с 2007 по 2011. В 2012 году на осеннем парижском автосалоне состоялась премьера концепта Suzuki S-Cross, из которого буквально через несколько месяцев выросло второе поколение SX4. Притом некоторое время генерации сосуществовали параллельно. Сейчас SX4 остался только один. К слову, именно на этом кроссовере компания Suzuki впервые внедрила полный привод All Grip Select с электромагнитной муфтой, которая позволяет на ходу переключать режимы работы в соответствии с дорожными условиями. Вообще, Suzuki SX4 доступен в России как в полно, так и в переднеприводной версии. На выбор есть два бензиновых двигателя японского производства – атмосферный 1.6 и турбированный 1.4. С последним состыкована автоматическая коробка, которую можно заказать и с безнаддувным мотором. В сентябре 2018 года компания презентовала эксклюзивную версию, разработанную совместно со стрит-арт-художником Анатолием Акуе. А в 2019 году тиражом в полсотни экземпляров выпустили модель SX4 Tabby, которая получила акустическую систему серии А от Pioneer. В России марка Suzuki продала 95 тысяч кроссоверов SX4 обоих поколений. К слову, нынешняя генерация до конца марта доступна на специальных условиях. Общая выгода может составить до 180 тысяч рублей. Предложение распространяется на новые автомобили при одновременном действии программ Suzuki Finance, Trade-in и программы для работников медицинских учреждений.